Ребят, всем привет! В общем, сегодня я вышел поработать немножко во время вахты. Стопом стоит на мостике 6/6. Сейчас зашел на полубак. В общем, у нас задача. Он хочет, короче, перенести порошок для порошковых огнетушителей на бак. Зачем, пока не ясно. Вот я пробую найти место под полубаком. Но его не нахожу, к сожалению. И, наверное, скорее всего, там и оставим, потому что все-таки fire equipment есть, там бокс специально для этого есть, но зачем-то хочет перенести сюда, пока не ясно, я попробую его переубедить. Ну, а сейчас покажу вам, что имеется вообще под полубаком. Сейчас я уже спустился полубаком на палубу ниже. Здесь у нас располагаются вот крючки в chain locker. Здесь можно, да, открыть, посмотреть. Если там вода и так далее. Ну и вот еще дополнительные эти ручки тоже открываются. Здесь у нас памп-рум. Дальше идет. Спускаться не буду, там очень низко. Тоже вот запасные шланги для нашего экскаватора. Периодически бывает лопаются. Там наш пожарный насос. Ну, аварийный, соответственно. Ну, на полках, в общем, всякий хлам, который периодически остается от старых грузов, да. Полиэтилен, брезент, вот мешки. Вот эти надувные используются для целлюлозы, допустим, кого-то, чтобы ее распирать. Надувают эти мешки, тем самым, как бы, груз не гуляет во время качки. Спанцеты, такие огромные, резина для, это, скорее всего, это для дверей, да, мангал, кранцы из колес, цепи, твислоки, все необходимое, в принципе, манки-ледеры, даже не одна штука, целых два, тут еще балясины, старые, уже еще кранцы, опять тут все в спанцетах. Это что-то вроде две машинки зачистные для палубы, так называемые слоны, очень облегчают работу на палубе. Вот, ну что, поехали дальше, выше поднимусь, сейчас там посмотрим, что есть. Так, поднялся выше. В общем, у нас тут такой рабочий стол, уже все необходимое есть для такого мелкого ремонта. Металл, трубы какие-то необходимые, да, шеклы, они же скобы, вентилятор работает, с теплым воздухом греет. Под полубаком обычно влажность большая, поэтому дополнительный обогрев обязателен, чтобы не ржавело. Так, это у нас, ну, сами видите, что компрессор, так, сколько он килограмм-то, 50, наверное, где-то, нет, 100 килограмм, скорее всего. Шланги к нему. Это дверь у нас для бобката. Ну, это лебедки включаются. Мурин винч. Пожарный насос тоже отсюда можем включить. Вот здесь у нас тоже всякий хлам. Щетки, грис, вазелин, уголь для барбекю. Тряпки какие-то. Лопаты, щетки. Здесь, кстати говоря, ну, не на всех судах так, но вот тут такая схема. Флаги все повыкидывали, кстати, только сейчас увидел. Оставили только там, где мы ходим. Так было все битком забито. Fire equipment здесь. Костюм пожарного хранится. Дыхательные аппараты. Тут два штука. Спасательные жилеты, химические костюмы два. Это тут три полки с химией различной. Жидкость для промывания глаз. Emergency, если у кого-то что-то попало там или химия какая-то, то есть сразу можно бежать сюда и промывать. На каждом судне должны они быть минимум в трех местах. То есть на баке,
в машине и в настройке. Где-нибудь в районе камбуза. Все, выхожу из полубака. Сейчас еще одно помещение покажу вам. Опять идем во фьордах. Тут обгоняют. Погодка так себе, конечно. Надо, наверное... Нет, не смогу я туда зайти. У нас за этими островами 8-10 баллов. Не будем рисковать. Сейчас закрываю дверь. Буду убеждать знакома, что не стоит нам перетаскивать. Покажу вам сейчас, что на корме творится. Огнетушители, которые я протер. Все, вот она полка для них. И вот самый порошок, который здесь находится. Я думаю, нет смысла его перетаскивать, менять одно место на другое. Будем оставлять тут. Естественно, это все надо в хорошем состоянии держать. Периодически проверять вот эти запасные огнетушители, составлять список, чтобы в электронном виде он был. Ну и в чистоте содержать. Также здесь у нас пожарный костюм, два запасных дыхательных аппарата, тоже открывать не буду. Так, это у нас что? Так, ну это костюм пожарного здесь, что-то я тоже торможу. В общем, такой вот здесь у нас бардачок сегодня, сейчас порядок наведем, все положим на место, список составим. Все, в принципе, по пожарному все в порядке. По шлангам я недавно проходил, гидрантом все смазано, все отлично. Дальше у нас планы менять вайер на Freefall Bot. Проверяющие докопались, вот, что ржавчину увидели. Хотя они еще до 22 года у нас действительны. Тем не менее, вот новые получили вайера. Такие вот они. Скорее всего, они нержавеющие, гальваниз так называемый. Матросам работы будет много. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.